ребята, меня зовут Руслана, и сегодня я вам покажу, как мы с Мишей катаемся на санках, точнее на плюшке. Это такой... В общем, вы сейчас все увидите, давайте мы начнем. У меня есть вот такая вот шлейка специально для того, чтобы Миша мог меня таскать. Это специально тягательная шлейка, чтобы он меня мог на санках катать. Нам понадобится еще вот такая вот игрушка, мячик и еще поводок. Вот такой вот, он двухметровый.